Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Может, не будет. Такие бутылки валяются. Ты посмотри этот прогноз. Да пофиг. Чуть покажешь. Как вы думаете, кто модель? Я спрашиваю людей. Привет. Сейчас покажу модель. Вот модель. Говорят, Ник. Очень... забыла слово. Это было оживленное действие. О, мам, привет. Да, у нас холодно. Но я все равно сегодня с макияжем. Мы в каком-то поле, непонятном, за городом. Но это только одно место съемок. Потом поем еще. Погода очень стрёмная. Где-то плюс 6 градусов. Дождик. Не, лайки. Нифига. За городом. Нифига себе людей. Нет. Если честно, я тоже буду фотографироваться, но попозже. Мне холодно, я как капуста. Что? Офигеть, 90 человек. Что-то какое-то белое. Ой, скучно что-то. 100 человек, нифига себе. Ну, конечно, скучно, потому что не меня ж фоткают. Ну, вообще тут тонировка, можно сесть в машину и греться. Сегодня без движника. Место секретное. Музычка, расскажи, как дела у тебя? Что делаешь? Блин, народ, вы чего, все пришли? Мне тут скучная трансляция, у вас 126 человек. Никита, вот. Он стесняется. Небо красить будем? Как посчитаешь? Ну. Девочек нет сегодня. Через недельку будет интересная трансляция бэкстейджа. Да, Субарик фоткает. Не, он стесняется. На чемпионат России по какому виду спорта? А, по плаванию? Ну, собираюсь. Yeah.
И механик. Ой, мне холодно уже. Слушай, цвет. Тут фара одинаковый. Да, вроде. Просто. Фара белее. Да, чуть-чуть. Да, пропустила, извини. А что, уже фоткают, да? Он фоткает уже? У нас фотосессия машины. Я хожу как суслик, мерзну. Я сейчас на